しいことも悲しいことも毎日繰り返されてる。だから笑えるときは笑えるだけ笑おうよ。Всем привет, с вами Темный Ниндзя. Продолжаем играть в Лангрисер Мобайл. И сегодня мы с вами продолжаем проходить Врата Судьбы Тиарис. Так, хорошая жена. Угу. Ну, поехали. Мисс Тиарис забилась в угол и плачет украдкой. Ужасно, что мы не можем вернуть ей память. Эй, Мэтью, почему стоишь в сторонке? Утешь ее. Почему? А почему снова я? Ну-ну, не плачьте, мисс Тиарис. Нам кажется, вы очень хороши в образе ребенка. Что? Вы очень добрая и бойкая, даже в этом возрасте. Вы более зрелая, чем Шерри и Соня, и активнее, чем Лана и Лиана. Ты правда так думаешь? Да? Так что, Тиарис, просто будьте собой. Мэтью. А? Опаздываю. Ай, только не ругайся, у меня душа ушла в пятки. У меня есть новая цель. Идем, ребята, живее. А? Что такое? Альмеда, куда ты меня тащишь? Ух, мы ее только убедили. Похоже, она собирается пройти весь путь, даже не оглядываясь. Иди сюда, Тиарис, поприветствуй своих сестер. А, сестры, приятно познакомиться. Я Тиарис из Ларкуса. О, так мило. Если бы только у нас с Лединым была такая милая дочь. Ледин и Ланс, они все сильные воины. Трудно представить себе такого милого ребенка. Что? Вы уже женаты? Еще нет. Ну, что я могу сказать? Ты знаешь, как объяснить эту ситуацию? Хотя нас называют в эту эру битвы Лангрисера и Эльхазарда, у нас все еще осталась память после войны. Вы сохранили наши взгляды и воспоминания о прошлом? Что значит? Даже если я получу свои воспоминания назад, я все еще буду в этом детском теле? Ах, не отчаивайся. Давай попробуем снова. Мисс Нар, мисс Крис, я приказываю восстановить мои воспоминания. Давайте насладимся битвой. Странно это все как-то. Так. Конечно же, от коня тут не очень много толку. Все-таки Танечка возьму. Мэтью буду бить, Танечком защищать. Самое главное, лучники. Она такая милая, я не могу напасть на нее. Не так ли, Нарм? Вот почему у Крис вспомогательная роль. У меня нет таких забот. Мисс Тиарис, приготовьтесь. Тиарис, вы можете это сделать. Они вот-вот атакуют. Ну, я сделаю все, что в моих силах. Икса! Ди-ди-ди. どうかしましたか？すみません。
ません。どうかしましたか？行くぞ。どうかしましたか？行くぞ。そうだ。まだ終わらないよ。行くぞ。まあ。Через. Какой замечательный ребенок. Если бы только ледяные мои потомки могли быть настолько храбрыми. Так, держать. Но слово «храброе» не подходит для того, чтобы хвалить девушек, Крис. Кроме того, ваши потомки очень храбрые. Хотя я не получила назад свои воспоминания, я обрела уверенность, услышав ваши комплименты. Спасибо. Сформировавшаяся личность. 5 врагов за 3 раунда и менты за 4. Возможно. Нет. Ой-ой, не будь ребенком, Тиарис, как ты можешь сдаться? Давай еще раз попробуем, хорошо? Альмеда не хочет ударить в грязь лицом. Она сказала, что сможет, поэтому и не сдается. Думаешь, мне этого хочется? Для меня это пустая трата времени. О чем она говорит? Альмеда, у тебя не получилось вернуть мне воспоминания? Зато ты помогла мне найти новых друзей в этой эпохе. Бойкую Шерри, гордую Соню, светлую и темную сестеру Лану и Лиану, преданных Криса и Нарм. Спасибо тебе за это. Слишком поздно. А? Что слишком поздно? Я уже кое-кого пригласила. Ту, кого прозвали несокрушимой железной леди.
О ком это ты? Давно я не пользовалась розгами. Кто себя плохо ведет и кого нужно наказать? А? Это мисс Эмельда, правильно? Ну, мне нужно восстановить мои воспоминания. Может ли этот хлыст быть подальше от меня, пожалуйста? Мисс? Я лидер флота Водяного Дракона из Империи Рейгард. Пожалуйста, называйте меня генерал Эмельда. А, да, генерал. Разве вы не маленькая девочка, которая через сражение должна восстановить свои воспоминания? Позвольте мне научить вас, что означает реальная борьба. Ля-ля-ля-ля, баники, баники, баники. Служанка в маске. Так, вот здесь нам понадобится Лэндерс. Думаю я. Ну, попробуем. Поехали. Чего же мы ждем? Давайте начнем тренировку сейчас же. А, Мэтью, Альми, да помогите. Ух, вреднюка. Давай так. Сначала баф, баф. Атака в атака. Сода. Кидекта. Что происходит? Наших бьют. О, круг. Да, Лэндерс тут прям очень даже неплох. Учитывая, что может. Так, раз, два, три, четыре, пять, семь. Икса! Сода! Эмельда сама убивается. Вредина. Хорошая оборона. У тебя есть потенциал. Мне так жаль, что я не помогла тебе восстановить твою память. Почему бы мне не создать специальный план тренировки 2.0 для тебя? Не стоит, генерал Эмельда. Пожалуйста, отпустите меня. Гром баба. Ну да. Это было даже проще, чем предыдущий. Может, предыдущий уровень тоже стоило взять Лэндерс и быстренько всех. Чпук, чпук. Так, еще кристаллики получили. Так, ну, здесь что? А, тоже 40-й. Ну, давайте тогда и захватим заодно и эту часть.
Привлекательная чужестранка. Так, что здесь у нас? Выжили. Три врага за 4 раунда. Ну, попробуем. Тиарис, не убегай, Тиарис. Я больше не могу. Если Альмеда меня поймает, я умру. Сбежать хоть куда-нибудь. Нужно отсюда выбираться. О, больно. А? Эльф? Отпусти меня. Почему по землям эльфов бегает ребенок? Фух, как утомительно. Хорошо, что это Алустриэль. Она нашла и привела Тиарис. А? Нет, я не хочу возвращаться к ним. Ха-ха, не бойся, малышка. Эльфы тебя защитят. Правда? Что происходит? Что случилось? Алустриэль, верни нам Тиарис. Алустриэль, ты хочешь... Альмеда. Я подумал, что новобранцы изумрудных врат могли попрактиковаться. Давайте сыграем в игру. Если вы победите нас, я верну вам девочку. Что? Вы серьезно? А-а-а, изумрудные врата, спасибо. Это был так круто. Ой, Гришка с ними. Прикольно. Ой, ёшкин кот. Вот так здрасте. Ха. Против асов. Да. Здесь асов нету. Так, эти будут мне помогать отбиваться, да? Уф-уф-уф. Ребятушки. Зверушечки. Пу-пу-пу-пу. Раз, два, три. Удара нету дальнего, хорошо. Начнем, значит, наверное, убивать сначала Альмеду. Она будет здесь более опасная, мне кажется. О, почему я впутываюсь в одну беду за другой? Это не может быть. Этого не может быть. Все, помогите мне вернуть ее. Ха-ха-ха. Все так серьезно? Все жители изумрудных врат, будьте готовы. Мисс Тиарис, я предоставлю вам позаботиться о поддержке. А? Верные товарищи, я не подведу тебя. Ой-ой-ой-ой, что это у меня? На меня повесили независимое значение полученного урона, уже не опускается ниже одной оценочной прикрытия. Непоколебимо более 14 раз. Обалдеть. Да я ж просто всех подчикаю. Всех сейчас отчикпукаю. Чё, серьезно? Я играю только Тиарис. Как печально. Так, а что у них? После атаки мобильность врага снижается на 1. Видимо, так уж все, да? Финтиплюхи. Чу, как слабо. Да, таким макаром я долго буду колупать.
сильную атаку повысить. Побежали, побежали. Молодец. Взяла меня и открыла. Надо через надо было пройти. Ё-моё. Да. Ладно. Переиграем. Сейчас все сделаем нормуль. Так, итак, продолжаем. Скажем так, с того же места, на котором остановились. Не снимается. Стоп. Да, на этом компьютер, конечно, жестко тупит. Альмеда, сдавайся. Я больше не хочу возвращаться к вам. Все, прекрати. Я признаю поражение, хорошо? Спасибо, что спасла меня, Лустриэль. Я больше не хочу, чтобы Альмеда возвращала мне воспоминания. Ага, я об этом слышала. Альмеда, кажется, ты упрямее нас, эльфов. Все ради воспоминаний Тиарис. Если бы у меня не были связаны руки, может меня... Можете меня развязать? Ну уж нет. Если мы ее освободим, я опять подвернусь опасности. Нужно дождаться, когда вернутся Мэтью и Грэнни. Пожалуйста, скажи им, я больше не хочу возвращаться. Я решила в будущем пойти по стопам Алустриэль. О чем вы говорите?
Ты герой, призванный воспоминаниями Лангрисера. Ты не можешь делать, что тебе вздумается. Давайте все успокоимся. Это все из-за меня. Я мешаю вашим делам. Как же меня раздражает служить упрямому генералу. Почему здесь двое? Кто сплетничает за моей спиной и уходит с поста без разрешения? Алустриэль? О, а это малышка? Так, ну, на сегодня это все. История Тиарис почти закончена. В ближайшее время мы ее завершим. Узнаем, чем же все закончилось. Ну, надеюсь, видео было интересным, полезным. С вами был Темный Ниндзя. До новых встреч. Пока-пока.